Всем добрый день. Мы приехали в музей природы в Риге. Этот зал посвящен земле. Это о вулканах. Такие разломы. А это куски метеоритов. Это окаменелости, да? Это рыбы древние. Живность. И сколько старых ракушек. А это кто? Динозавр? Да, это. А еще здесь мамонтов. Мамонтов пойдем смотреть. Смотрите, какой мамонт. Какие бивни большие. И кости. Я сначала подумала, что женщину закрыли. А это показано, как работает человек на раскопках. А это камни. Аметисты. Не только. Смотрите, какая красота. Какая текстурка. Коллекция минеральных камней. Красиво вот это синий азурит, малахит. Это вот все камни. Всевозможные. Все, которые встречаются в природе. А теперь здесь потемнело и показано, как они светятся в темноте. Вот так вот. Красиво. А с этой стороны вот такие камешки. Сейчас тоже подсветка вот включилась. Вот видно, как они светятся. Вот этот красивый. Хиалиц. Зеленым светится. А вот какие янтари. Дзинтарс. Янтарь. А вот размеры янтаря. Впечатляет. Вот смотрите, какое изобилие минеральных камней. Красивые вот эти амазонец. Турмалин. Вот это да, красотища. Какое изобилие. Кухонная соль. Этот вообще на кристалл похож. Вот сколько в мире красоты. Кварц. Вот кварц. Лазурит, серра, аметист, малахит. Как тортик.
Это золото. Горная порода. Гранит, кварц. Муравьиный зал. Так, это мы уже пришли, тут появились экспонаты. Птичка. Барсук. Миша медведь. Так, а здесь у нас ежики, кротики, мышки. Это, наверное, все, кто питается муравьями. Потому что зал посвящен муравьям. Муравей в смоле. Или в чем? Это смола, да? Вот так вот выглядит муравейчик. Большой. Так. Такие красавцы. Пеликаны, птички разные. Так. А здесь у нас те, кто возле воды. А. Какой клюв. Бараны. Ну вот, снежный леопард. И это окуницы, наверное. Козлики всякие горные. Горный красный волк. Олени. Еноты. Всякая живность. Лисица. А это ее скелет. Птицы. А это глаза. Да, вот эта змея красная, ядовитая. Это дикобраз. Это суслики. Это соболь. Вот он, шубки из соболя. Шиншилла. Муравьед. Такой серый. Это черепашка бахромчатая. Это пума. Куанака. Ну какие клыки у него, ошейниковый пекарь. Интересно. Равнинный тапир полосатый такой. Нутрия. Зеленый питон. А это южноамериканский коати. Смотрите, кенгурушка с детенышем. Вон из сумки сидит вот. Собака динго австралийская. Так, а здесь у нас кто? Это у нас австралийская ехидна. Это болотный валлаби. Бенгальская кошечка. Это индийский дикобраз. Такой вот. Всякая живность. Леопард, дымчатая крыса, мангуст. Вот мангуст такой. Есть вот такой вот одноцветный кускус. Ну, тигр, конечно же. Мартышки. Всевозможные. Гиены. Гиеновая собака. Жираф. Страус африканский. Такой высокий. Большой. Это копытные. Импала.
крокодил, сервал, лев, ведьмистая гиена. А здесь гепард. Но это буйволы. Африканский буйвол. Бородавочник. Земляная белка. Сурикат. Капский доман. Это такая карта с кнопками. Нажимаешь, и показывается, где это животное живет. Ну вот, дети жмут, и там загораются. Вот, например, койот. Видно, вот загорелся маячок, где живет. Попугай. Кокоду. А это морж. Норки. Норки. Американская норка. Европейская. Лесная куница. Каменная куница. Лесная куница. Это ласка. Горностай. Какой горностай? Вот такой лесной хорек. Какие бобры. Хвост у них такой прикольный. А это тоже мелочь всякая. Мышки, всякие грызуны, белочки. Белка. Белки и мышки. Кому интересно, вот посмотреть, как выглядят маленькие ежики. Летучая мышь. А когда вот они на деревьях сидят, их почти незаметно. То есть сливается с деревом, с корой. Вот тут барсуки всякие. Рыси. Маленький мишка есть. А есть большой мишка. А это волки. Такие волки, волки. Лисы. Енот, зайцы. Такие вот зайцы. А это лось такой огромный. Огроменный. Интересный у него такой нос. Олень. Маленькие олени. А это кабаны. И вот маленькие кабанчики. Это можно мех попробовать. Зайца, енот. Что ли? Это волк, жесткий такой мех. Выдра. Это лесные жители. Бобер. Вытерли уже. Это всякие. Он такой жесткий. Ну вот зал есть. Тут лось стоит. Это вот рога, всевозможные олени и рога лося. Птички, уточки, свиязь, это маленький. Ну вот тут разные и лебеди, всякие разные. Вот маленький лебедь-кликун. Лебедь-шикун. А это лебедь-кликун. А, то есть получается, это маленький, это вот этого родитель. Это большие птицы. Беркуты.
орел, а это черный гриф, а это белоголовый сип. А это у нас орлан белохвост. Такой вот маленький птенец. Вот разные птицы, хищники. Вот тут сколько их. Коршун. Красный коршун. Вот уже все птички. Глухарь. А это белокурая куропатка. Серая куропатка. Рябчик. Межняк. Это тетерев. Какое изобилие птиц в мире. Куропатки. Гибриды тетерева и куропаток тут представлены. Это малыш серого журавля. Такие птички. Сколько много мелких птиц. Щеголь, травник, большой улит, черныш. Они как-то все похожи тем, что они серые. Так, а здесь у нас чайки. Ну, это нам не в новинку. Мы с ними дружим дома. Морская чайка. Она такая большая. Серебристая, маленькая. А это большая, ее родитель. Птички. Желтая трясогузка. И вот иволга. Тут у нас тоже есть разные. Вот часто все птички, они серые либо коричневые. Вот как-то все. Вот так выглядит соловей. Черный дрозд. И там черный дрозд. Полярная сова. Длиннохвостая неясыть. Махноногий сыч. Ястребиная сова наверху. Домовый сыч. Воробьиный сыч. Даже такие бывают. Обыкновенный филин. Но это большой представитель. И вот это еще бородатая неясыть. Какие названия? Ушастая сова. У нее действительно как ушки. Вот удод. Прикольный. И вот это вот сизоворонка. Я даже таких и не знала. А вот золотистая щурка. Какая цветастая. Красавица. Обыкновенный зимородок. Тоже такая расцветка. Чибисы. А это их кладка яиц. Это дятлы. Большой пестрый дятел. Тоже большой пестрый дятел. Это желна какая-то. Белоспинный дятел. Вертишейка. Этот вообще такой серый, седой дятел. И вот. А это мир бабочек. Какие разнообразные, боже мой. Такие огромные, больше ладони, жуки. Вот это, конечно, интересный экземпляр. Ну вот сколько много. Вот разные.
Какое разнообразие бабочек. Вот. Просто целый зал на самом деле этому посвящен. Вот так вот покажу немножко. Это показано, что на лугу живет. Какие разные бабочки. Пчелки. Какая интересная. И размеры впечатляют. А вот размеры жучков. Ничего себе. И их изобилие. Да. Прекрасно. А вот, значит, пчелиный улей. Как выглядит внутри. Вот так вот. Краб. Это такой коралл большой. А это тоже вот интересное. Акульи зубы. Вот эта рыбка. Опасненькая. Морские. А это чей скелет? Касатки. Пингвины. А это вот альбатрос. Ракушки. Всевозможные. Минога, но мы видели другую миногу. Это всякие крабы, лобстеры, раки, скелет рыбы иглы, черепаха огромная, котик, морские обитатели. А это зал, посвящен грибам. И съедобным, и несъедобным. Лисички. Вот такой большой высокий гриб. Такая диорамка. Луг. Показано все. Детализировано. Это как разлагаются продукты. Картофель, вот обрезки. 1-3 месяца. Бумага 2-5 месяцев. Вещи 6 месяцев. Упаковки всякие из-под молока 5 лет. Сигаретные окурки 10-12 лет, пакеты 10-20 лет, кожаная обувь 25-50 лет, всякие с консерв 50 лет, 100 лет батарейки, 450 лет бутылки пластиковые, подгузники 550 лет и бутылки стеклянные 1 000 000 лет. Так что не загрязняйте окружающую среду.